Приветствую вас. Сегодня у меня новый макияж. Вдохновлялась обложкой каталога в такой модной розовой гамме. Также совершенствовала свою помаду, миксовала много оттенков и выслала девчонкам в чат. Они сказали: «Ира, ты выглядишь роскошно». Роскошный макияж, бюджетной косметикой. Все очень-очень просто. Я вам сегодня покажу. Расскажу вам о тех продуктах, которые мне очень нравятся, которые с большой скидкой в этом каталоге. Также о продуктах, о разочарованиях. Будет много интересной, полезной информации и самых задаваемых вопроса. Первое. Ира, как ты смываешь тушь с нарощенных ресниц? Раз. Второе. Ирина, как ты избавилась от пигментации? И третьих. Ира, какой ты делаешь уход, очищение, чтобы убрать все жирные точки, комедоны и так далее? И какие салонные процедуры ты проходишь? Итак, поехали. Тушь Tremendous — новинка этого каталога. И о ней я говорю уже более полугода, как только в Австралии попробовала ее. Безумно, безгранично люблю. Эта щеточка позволяет делать сразу быстрый объем. Кисточка отдает сразу весь пигмент. И мне она зашла. Мне она очень понравилась. Нарощенные ресницы вместе с тушью Tremendous и тени Oriflame. Это палетка MAC и нарощенные реснички. Но я думаю, что эффект очевиден. Ну, конечно же, я докрашу и сделаю взгляд свой прекрасным. Доведу мои нарощенные реснички до совершенства. Вот эффект с тушью и без. То есть видно, да, реснички ресничками, но все равно нужно обязательно прокрашивать нижние. Эффект другой. Вы пробовали тушь Tremendous? Как вам? При покупке цена 249 рублей, и в копилку сразу падают 6 баллов. Новинка каталога. О ней подробно рассказывала в прошлом обзоре. Это цветочно-фруктово-древесный аромат, теплый аромат. Аромат, мне кажется, больше идет на осень. Такой яркий, интенсивный, и в этом каталоге я себе заказала спрей, но он более легкий. Семена гуараны, солнечная роза и семена пачули. Здесь также семена пачули и гуарана, но яблоневый цвет. Вот такое дополнение, роза плюс яблочко дополняют и создают нам третий аромат. И когда мы наносим этот спрей на туалетную воду, рождается третий аромат. Ярким, искристым. Что-то мне напоминает. Пожалуйста, напишите в комментариях, кто пробовал. Но это такие вот уже модные, актуальные направления, вот цветочно-древесные. Вот как бы мы ни уходили в холодные ароматы, почему-то чаще всего покупают именно такие. И компания Oriflame проводит исследования, что больше продается, что больше актуально. И, соответственно, в эпоху моды разрабатывают нам такие ароматы, которые актуальны именно сейчас, в данный момент. Продолжаем дальше. Это новиночки, карандаши для губ. Эх, как же я ждала, мечтала, просто ждала, ну когда же будет глубокий темный нюдовый розовый оттенок. Но, к сожалению, совершенства не дождалась, но что меня порадовало, реально крутые карандаши. Выпуск. Безумно красивый дизайн, приятнее их держать в руках, они шикарно смотрятся. И вот на ощупь они гораздо прикольнее, чем вот эти. Вот прям внешне это 10 баллов. А вот эти, часто говорила, трансформеры, потому что они иногда прям выпадали, разбирались. Мне не нравились вообще карандаши дико. До оттенков их немножечко изменили, я вижу. И добавили те, которых не было. Видите, требуется еще более холодный подтон. И почему в Oriflame не делают такого оттенка карандашей? Для сравнения, видите? Холодный подтон. Вот нужен вот такой подтон. Но почему нет? Oriflame такого карандаша. У меня есть аналог Венглот. Покупала. И вот, ну, что-то делают. Но опять это розовый. И опять это, ну, не то. Вот не то. Вот мне нужен вот такой вот оттенок.
Просила компанию, писала, но, к сожалению, я так понимаю, что это не самые ходовые оттенки, поэтому компания их не запускает. Праймер. Праймер, который идет со скидкой, он имеет свойство быть, когда он только пошел, я прям настолько наслаждалась им, я практически под каждую помаду делала, а без помады он выглядит отвратительно, но когда наносится помада, она хорошо растушевывается, губы более объемные, но потом с ним что-то произошло, а произошло вот это, он сломался, и сейчас он имеет отвратительный запах прогорклой помады. Но когда я посмотрела сегодня, оказывается, срок годности, вот здесь вскрытая упаковочка, написано, что 6 месяцев. То есть у вас эта помада может быть и срок годности до 06 на 020, но как только идет открытие, туда попадают бактерии, соответственно, этот праймер у меня летит в мусорку. Рефилы. Что мне в них не нравится? Есть тени, которые мне оттенки нравятся, есть и нет. Нету тех оттенков, которые сейчас самые актуальные, например, вот такие вот рыжие. Благо, у нас есть кремовые тени, которые будут со скидкой в этом каталоге. Нету розовых оттенков, благо в Реми у нас есть румяна, которые подходят как тени. Благо, есть у нас продукты-аналоги, но есть достаточно нюдовые оттеночки, спокойные оттенки гаммы для повседневного макияжа. То есть эти тени разработаны специально для тех, кто использует только два оттеночка, и все в их жизни прекрасно. Те, кто использует много, многообразие и избалованными различными дорогими палетками, конечно же, гаммы не хватает. Но есть прикольные оттеночки, вот золотистый, базовый, розовый, вот этот, которые подойдут всем. Розовый, вот, в принципе, это вот самые ходовые оттеночки, которые, ну вот, впишутся в любую гамму, нормально наносятся, они средне пигментированы, потому что если вам взять сразу хорошо пигментированные, то будет потом тяжело тушевать. Но в то же время есть очень крутые тени класса люкс, от 5000 они стоят, в основном палетки. Там, конечно же, вы начинаете тушевать, и прям формула все растушевывается. Но опять же таки, вот при помощи бюджетных теней я сделала этот макияж, отдельно записала видео, чтобы не утяжелять его, не тратить много времени. Мне нужно, чтобы макияж продержался долго, поэтому последний штрих – это спрей. Наношу его на достаточно большом расстоянии. Следующая страничка у нас – краски для волос. И по весьма привлекательной цене, они 269, а так 640 рублей стоит краска. А в этот раз я взяла себе краску 6, называется «Красное дерево». Почему-то попробовала я «Лесной орех». Где-то, когда падает освещение, это дает рыжину, мне это не нравится, но с другой стороны, я начала экспериментировать и делать макияж в рыже-красно, такой рыжегамме, такой теплый, когда до этого я любила все-таки холодные гаммы, то есть я постоянно совершенствуюсь, меняюсь, мне это нравится. И сейчас я решила сделать 6-6. Мы поедем в Пальмы де Майорка, и я хочу в такой яркий, интенсивный оттенок, хотя на моих волосах он также выглядит приглушенно, и нет вот такого прям яркого красного, просто даже в холодную красноту дает этот отлив. Мне нравится эффект. 300 раз буду повторять, что благодаря краскам Oriflame я отрастила себе волосы, и мне нравится состояние моих волос. И 8 лет назад вышла краска Oriflame, и моих волос ни одна краска другая не касалась, потому что я поняла, что именно этой краской я могу себе отрастить волосы, и они роскошны. Вот так. Ставим дальше. Коллекция ароматов. Ну, это же, опять же, таки дело вкуса. Выбирайте сами. Катубероза. Очень-очень люблю. Вот недавно себе заказывала. И ставим дальше. Мы переходим к уходу за лицом. Novage. Novage Men. С 50% скидкой по премьер-клубу. Заказала мужа очищающее средство. Потихонечку буду ему всю серию собирать. Ему это средство очень нравится. Говорит, еще осталось, но все-таки я уже начинаю собирать. А покупка для супруга. Это невидимый гель для укладки. И гель ему гораздо больше понравился, потому что он имеет мужской аромат, в отличие от Hair X, который все-таки имеет запах
как лак для волос. Ну, в общем, не очень. Какой-то запах приторный. И говорит, ощущение на волосах, вот именно вот запах ему не нравится. А этот ему очень понравился. Так что рекомендуем. Очень много. Я рекомендую вам заказать пробники или заказать туалетную воду вместе с пробником. И если вам аромат в пробнике не понравился, не зашел, то вы можете спокойно-преспокойно сдать этот аромат вместе с накладной. Эти деньги поступят вам на предоплату. Очень удобно. Факт гордости Oriflame. Ароматы в Oriflame занимают 4-е место в мире по продажам среди всех и компаний прямых продаж, так и про компании, которые продают в розницу. Представляете, какие у нас объемы. Но здесь я не могу рекомендовать вам какой-то определенный аромат, потому что все настолько индивидуально, потому что я сама, у меня рука постоянно тянется к разным ароматам. В туалетном столике у меня один аромат, здесь другой. У меня в коридоре стоит третий аромат. Вот куда в туалетном столике еще, который я периодически достаю, меняю. А здесь я не могу порекомендовать вам, просто пробуйте, пробуйте. Выбор огромен. У нас также есть представлены для бровей средства. Чем я пользуюсь? Это укладочное средство для бровей, его почесываю бровки. Карандаши для бровей, мне понравились оттенки, но не понравились светлые, абсолютно бесполезные, и не понравился, как подтачивается карандаш. Карандаш и маркер для бровей имеет свойство быть, где чуть-чуть подрисовать, буквально чуть-чуть, да. Но, честно говоря, вот это вот все я бы заменила и заменяю на карандаши Giordani, о которых я вам рассказывала, так же, как и тени для бровей. Ну, еще пользуюсь вот этой вот. Как я люблю своих соседей, но невозможно, ждала-ждала, но это просто невыносимо, поэтому будем терпеть. Рекомендую вам вот такие вот матовые тени, делала много макияжа с ними, и светлый оттенок, это как и праймер, и подложка, и очень-очень круто смотрится. Дальше любые тени очень хорошо втушевываются вот в этот оттенок. Закрепляющий спрей для макияжа, это палочка-выручалочка, беру на все конференции, есть даже видео 7 способов его нанесения. Самое распространенное — это как закрепление макияжа, так же как и я развожу им подводку, так же как и делаю влажный способ нанесения теней, безгранично люблю, и его вот чуть-чуть осталось. Когда только его попробовала, я сразу же заказала про запас несколько штук, но он не скончаем. Какой праймер лучше выбрать? Если у вас сухая кожа и вы хотите сделать эффект холеной дорогой кожи, такой, знаете, чтобы она подсвечилась изнутри, то это вот этот праймер Elixir Giordani. Если ваша кожа жирная, склонность к блеску, то это вот этот праймер. Сказать, что они делают что-то сверхъестественное, я бы не сказала. Да, макияж выглядит более аккуратным, но не волшебство. По поводу румян. Не рекомендую, особенно вот этот оттенок, потому что он просто жесть. Какой пигментированный, и выходит какой-то красный кирпичный оттенок. Делала макияж, потом макияж это покажу. Мне еще приходилось время, чтобы их стирать. Не понравилась палетка. Есть в следующем каталоге вот этот вот must-have, который просто взорвал все продажи. Рекомендую ее. Далее идет каталог аксессуаров. Не знаю, вот честно, в этот раз, наверное, впервые, ну, что-то как-то, ну, не зашло мне ничего. Может, из-за того, что у меня слишком много сумок. У меня столько аксессуаров, что мама не горюй. И есть определенные вещи, например, как вот это вот ожерелье, да, с натуральным камнем, которое было в Oriflame. Сережки, которые я сейчас ношу, не снимая. Это серьги из граната, покупала их в Чехословакии, так же, как и кольцо. Это, конечно, дорогое ювелирное. И вот как-то вот я вошла в мои любимки. И вот, знаете, как-то, ну, смотрю, поэтому пока я не готова что-то покупать. Вот он, этот праймер, рекомендую. В принципе, хорошая штучка, особенно если у вас сухая кожа, это будет прям вам спасение. Но из-за того, что я
очень тщательно ухаживаю за своей кожей. Он мне как-то, вроде как, не палочка такая, выручалочка. Консилер, да, он мне очень нравится. Вот видите, он уже у меня заканчивается. Скоро себе приобрету новый. То есть есть продукты, которые вы попробовали, и потом не тянется рука. А есть продукты, которые имеют свойство быть. Вот этот консилер. Но если взять в фаворитах, все-таки большая часть времени у меня тянется рука именно вот к такому. Он более плотный, наносится этот тончайший, но степень перекрытия у них практически одинаковая. Очень часто меня спрашивают про гелевую подводку. Вот она, любимая, безгранично люблю, нескончаемое удовольствие, скидка небольшая, но этот продукт того стоит. Палитра корректоров. Когда есть со скидкой, я говорю, что покупайте по любой стоимости, безгранично люблю. Это вот тот продукт, без которого я реально обходиться не могу. Безумно-безумно люблю. Он корректирует, он круто перекрывает все ваши проблемы. Следующая страничка и масочки. Вот эти масочки меня порадовали. Точнее, попробовала пока одну маску. Маска с глины. Мне она понравилась. И если взять маски, которые идут маска пленкой, то вот такая мне маска больше подошла. У меня жирная кожа. И на данный момент времени она мне нужна больше. Вот кожа, она прям вот... Она шикарная, она шикарная. Мне она больше понравилась, чем вот такие маски. Но опять же таки, я стала замечать, что в определенное время года мне заходят разные маски. Но, несмотря на то, что я купила 5 масок, моя рука тянулась вот к этому фавориту. Видите, да? Это вот за... Да, 3 недели, да, как она мне поступила, это просто что-то нереальное, это просто бомба. И она исчезла со склада, наверное, на второй день действия каталога, она заполонила все соцсети, это реально крутейший продукт. Ждем, когда успеет компания выпустить, потому что сколько бы она ни поставляла, вот буквально первые минуты, секунды, и все, она разлетается. Эта масочка идет со скидкой, ее должна иметь каждая уважающая себя девушка. Это просто волшебный продукт, который реально работает и убирает вот эти поры. Вы видите вот эти вот белые точки, когда она вытягивает вот эти поры, это волшебство. А еще есть очищающая маска с глиной против черных точек. Мне она очень-очень нравится, тоже часто ее использую. Также у каждой девочки должна быть увлажняющая маска, которая будет напитывать вашу кожу. После этого все уже средства будут работать по-другому. Из увлажняющих масок, конечно же, фаворит. Это вот такая ночная маска. Ее нет, она со скидкой в следующем каталоге. Но для новичков она идет в подарок по стартовой программе. И сейчас со скидкой вот эта увлажняющая маска. Когда есть вот эта, рука тянется вот всегда вот это ночной уход. Потому что вместо ночного крема на ночной крем ты нанес. И вообще просыпаешься утром, и все божественно. А вот это требует смывания на 10 минут масочка. И эффект примерно такой же, как на Vage. Вот она за 269 рублей и 5 баллов масочка. Эффект что-то похожий на Vage, но линейка на Vage — это премиальный сегмент. Это роскошная серия, которая дает более быстрый эффект. Роскошная серия. Также у нас есть вот такой вот наборчик. Он называется «Обновление плюс защита». Набор Novage. Почему сделали в комплексе? Знаете, что если вы летом используете пилинги, фруктовые пилинги, то обязательно должна быть в эти дни просто максимальная защита. Я, например, свою кожу испортила тем, что так как комбинированная жирная кожа, я прям ее хорошо-хорошо очищаю и даже вот пользуюсь скрабом. Где-то потом летом я не нанесла хороший SPF, я даже знаю, где это была конференция, это был на лайнер, где мы там спать некогда было, то есть быстрее там тональный крем замазал синячки и пошел плясать, и пошли дальше дальнейшие, да, у нас мероприятия. Боже мой, какая у меня была пигментация, как меня накрыло, это было что-то, да, и я, наверное, полгода потом ее убирала. И, знаете, прошло 2 года, и мне многие спрашивают: «Ирина, как ты избавилась от пигментации?» Сейчас я вам расскажу, но это вот реально работающие линейки.
Так вот, по поводу скрабов. И вот здесь есть обновляющий пилинг. Здесь почему два? Чтобы вы, если вы делали скрабирование, то тут же хорошую делали защиту. То есть, как только вы сделали скрабирование, если вы ходите на солнце, старайтесь, чтобы был SPF 50. Пилинг плюс SPF 50. Я бы не сказала, чтобы мне понравились эти продукты. Они больше для сухой кожи. Почему? Почему мне не понравилось, но в то же время это более полезный пилинг? Наносить его нужно на 10 минут, а потом вы очищаете. Мне удобнее. Вот я пошла в душ, и пока мою голову нанесла на сколько-то там минут этот скрабик, и все, и скраб работает. Он больше, быстрее очищает кожу. Но этот более ухаживающий, он расщепляет, он делает более деликатное очищение. Он больше, больше полезен для кожи. Ну и потом 50. Почему мне 50 не очень нравится SPF? Любые SPF, которые там 30-50, они проблемную жирную кожу, они утяжеляют и больше жирности, и поэтому мне нужно постоянно ходить с салфеточками и убирать вот этот жир. Поэтому очень часто из-за того, что я не наносила вот этот вот крем SPF 50, у меня потом была пигментация. Но это надо выбирать, либо салфеточками ходить, либо SPF. То есть здесь нужно выбирать и комбинировать. Три самых задаваемых вопроса. Первое. Ира, как ты смываешь тушь с нарощенных ресниц? Раз. Второе. Ирина, как ты избавилась от пигментации? И третьих. Ира, какой ты делаешь уход, очищение, чтобы убрать все жирные точки, комедоны и так далее? И какие салонные процедуры ты проходишь? Честно, полтора года назад я была у косметолога, сделала несколько инъекций, посмотреть, как это работает. Да, все волшебно, классно, круто, но у меня это держится максимум 3-4 месяца, поэтому я поняла, что это просто бесполезно. Тщательный уход, фейс-фитнес, и все прекрасно. По поводу очищения. Как я очищаю тушь? Это Optimus. Одно из самых любимых. Так же, как и, вот, например, для против пигментации. Вот это средство, честно, как-то оно не зашло. Надо смывать тампончиком. Но, с другой стороны, вы ухаживаете за вашей кожей вокруг век. Итак. Очищающее средство. Как я наношу его? Нанесла капельку, вспенила. Очень-очень-очень-очень прям вот хорошо тру-тру-тру-тру появилась пенка. Очистила все лицо. Смыла, капнула, натерла пенку. И дальше что я делаю? Дальше я прикладываю так вот ресницы. Раз приложила, подождала. С другой стороны приложила, подождала, опять вот так вот просто прикладываю, дальше смыла, и опять же таки я просто прикладываю вот так с одной стороны, с другой стороны теплой водичкой. Все. Все прекрасно смывается, убирается, расщепляется, и это очищающее средство, оно не растапливает клей, да, которым там приклеены реснички, оно просто убирает косметику. И что хочу сказать, несмотря на то, что это очищающее средство написано, что не предназначено для удаления макияжа глаз, безумно люблю как раз-таки это делать. И я знаю, что это вредно. Второе, это давно как-то не показывала вам вот этот продукт. Это очищающее средство, которым я пользуюсь через день. И у меня нету проблем с черными точками. Мне не надо ходить к косметологу. Великолепное средство. И он отличается от другого очищающего средства, аппарата, который вибрировал туда-сюда. Этот же делает... Видите, делает 12600 колебаний. Он буквально разбивает, вытягивает грязь, поры. Это чудеснейший аппарат. Если у вас комбинированная жирная кожа, это просто вот, это находка. Я даже я не знаю, как без него обходиться. Даже когда если больше, чем на неделю куда-то я уезжаю в поездке, то я его обязательно беру. Если как-то меньше, то я уже там ощущаю, что мне прям его не хватает. Безумно-безумно люблю. Рекомендую его заказать с 50% скидкой по премьер-клубу. И также в следующем каталоге он будет со скидочкой, с очень хорошей скидочкой. Поэтому сразу откладывайте финансы. Если у вас нет такого аппарата, это просто чудо чудеснейшее. К нему также есть массажный
К нему есть также другие насадки, железные, которые вы делать можете, массаж, разные, но как-то попробовала и лень, и лень. И третий ответ на мой самый распространенный вопрос, как избавилась от пигментации. Во-первых, у нас вышла вот такая серия Optimals. Делала фото до и после. Я сравнивала, ну, вы знаете, фотографии вот до и после, я, честно говоря, не верю, потому что я сама понимаю, как делать с фотошопом, как все исправлять. А вот когда вы снимаете видео, ну да, можно наложить фильтр, все разное, то же самое сделать, да, теперь вообще интернету нельзя верить. Но когда я искала девочкам очередное видео, я наткнулась на ролик 2-летней давности. И когда я увидела, какая у меня была пигментация, и уже с учетом того, что это снятая камера и в YouTube выкладывается с каким-то финишем, фильтром, я ужаснулась, какая у меня была кожа. Это просто трындец. Редко встретишь людей, у которых идеальная кожа, и которые не имеют никаких проблем. Следующий этап после тоника – это идет крем для век. Я смотрюсь только в телефон, поэтому могу неравномерно что-то наносить. И только после этого мы наносим либо сыворотку, либо дневной крем. Начинала я с этой серии. У меня она полностью закончилась. Осталась лишь сыворотка напоминания о том, что эта серия была и вам показывать. Дополнительно взяла очищение тоник. У меня они новые по акции. Безгранично люблю. Потому что я не люблю вот это средство Novage. Да простит меня компания Reflame и любители, потому что она больше подходит для сухой кожи, нежное очищение. Для них это все прекрасно. Для ленивых, кому вообще как бы это средство придумали для россиянок, потому что они не использовали тоник, а тоник это завершение этапа макияжа. Ну вот в общем два в одном, но как-то не зашло. Оно не доочищает мне кожу, не люблю его, поэтому дополнительно там еще надо салфеточкой протирать. Поэтому вот они любимки, да, и вот вместе с тоником, вот они. Поэтому любимки для очищения. Через месяц эта серия мне порядком надоела, и я перешла на мою любимую серию коллаген. Хочу сказать, что эта серия коллаген, она также справляется с пигментацией. Хоть там и не заявлено, там не кричат, вау, пигментация. Делая фото для себя, я поняла, что да, я смотрю, а пигментация-то также стала уходить. Поэтому эта серия коллаген работает. Ну и потом, буквально в этом году, у нас вышла серия Sublime Nature, Bright Sublime. И в этом году у нас вышла специальная серия, называется Bright Sublime. И у нас в этом году вышла серия Bright Sublime. Вот это вот реально бомба. И то, что написано, что на 50% убирают пигментацию, я бы сказала не на 50, а на все 80% реально работающий продукт, реально работающая линейка. И всю серию я очень люблю. Вот у меня даже крем для век уже все заканчивается. Отсюда убираю вот это вот очищение. Ну, мой честный обзор как есть. Кремик. И у меня нет больше проблем с пигментацией. Реально, пигментация ушла. Что сейчас я себе покупаю всю серию. Кстати, у меня сыворотки осталось вот столько. Также с 50% скидкой докупаю себе, собираю и заменю. Потому что эта серия 40 лет. Но смотрите, если у вас больше морщинок, то вы можете даже, ну, сухая кожа, пользоваться вот этой серией, потому что она направлена на морщинки. Дальше что у нас проходит? После 40 лет у женщины обычно что? Это овал лица в комбинированной жирной коже начинает вот обвисать кожа. Так вот, эта серия у нас справляется как раз-таки с обвисанием, потерей упругости кожи. Поэтому этой серией вы можете пользоваться раньше, если у вас комбинированная жирная кожа. Угу. Сейчас серия против пигментации идет со скидкой. Набор стоит 5649. Вы скажете, да, это дорого, но имея номер в компании Reflame, вам эта серия обойдется на 1130 рублей дешевле. Поэтому я рекомендую вам, если вы просто клиент, обязательно зарегистрироваться в компании. Ну, если вы не знаете,
где, то внизу есть, конечно, мои контактные данные. Найдите меня в соцсетях, я вам помогу. Либо обратитесь к тому человеку, кто дал ссылку на это видео. Серия чудесная, чудесная, которая дает реально крутой результат. Листая дальше каталог, мы плавно переходим к разделу Wellness. И у нас сейчас акция, скидка 40% на мультикомплекс. Это комплекс мультивитамины и минералы для женщин. 50 таблеток, хватает на 2 месяца. Великолепная цена для тех, кто не готов сегодня, сразу сейчас покупать комплекс Wellness Pack, в который в состав входит еще омега-3 и астаксантин. По подписке Life Plus еще один шаг. И также четвертая коробочка бесплатно пришла по акции. По подписке 4 берешь, 3 берешь, 4 в подарок. Еще не допила, но принимаю комплекс с кальцием. В прошлый раз заказывала. И то, что должно быть в каждом заказе, если у вас есть ребенок. Наши детишки сейчас идут в школу, и иммунитет очень важен. У меня даже про запас уже столько этих омег было. У меня раньше дочка подходила к холодильнику и просто пила, пока она не раскусила вкус вот этих капсул. И все. И она вот реально их тягает. Только вот если ей покажи, она видит, у нее до тряски как конфеты, потому что ей не хватает омеги, она к ней привыкла, но давайте будем честными, ну противненькая в жидком виде, и она безумно любит вот эти капсулы. Если я ей даю эту упаковку без контроля, ей хватает буквально на неделю. Ругаюсь, ну, неделю, ну, например, на две ругаюсь страшно, но, как нам сказал врач, что будет, ну, продрищится ребенок, и все, потому что это масло, поэтому, но в то же время нужно 5-6 капсул омеги давать, это минимум, либо одну чайную ложку, взрослым можно поменьше. Ну и, конечно же, витаминки, которые сейчас, если летом мы как-то подзабили, ну, по чесноку, да, как-то, то вот в осень, потому что сейчас начинается сезон, нужно поддержать иммунитет, будут сейчас бациллы, воспаление, вот это все, пока все детишки переопылятся, нужно поддержать. И последний раздел – уход за телом, за волосами. Продукт, которым я восхищена. Это такая бомба, это просто продукт. Пенка, она же как гель для душа, она так же как и пенка для бритья, для ваших ножек. Но все, я зависаю. Шикарнейшая пенка. Набор 229 рублей и 3 балла. По 159 рублей шампунь-кондиционер для окрашенных волос. Не пробовала. 99 рублей гель для душа. Вот, от этого я без ума. Ну, а это продукт текущего каталога номер 1, который мне понравился, и я знаю, что это будет моим ежедневным средством. Когда я вчера его нанесла, ночной восстанавливающий эликсир масла, как им пользоваться, на ручку 2-3 пшика, потом растерли, распределили, оставили на ночь, не требует смывания, как оно есть. И первые впечатления мои, волосы потрясающе пахнут, такой роскошный, дорогой, холеный аромат, как парфюмерия такая. Приятно будет лежать и ненавязчивое, но приятное, роскошное. Содержит 4 наикрутейших масла по уходу за сухими волосами. Это масло камелии, розовое масло, репейное и органовое. Вот такой эликсирчик. Не утяжеляет волосы. И, конечно же, завтра утром я расскажу, какой эффект. Внешне мне нравится. Во всяком случае, мои волосы сухие, особенно сухие на кончиках, очень хорошо расчесываются. Масло-новинка идет со скидкой в текущем каталоге. 499 рублей. Называется «Преображающий сон для красоты волос». Ну, завтра расскажу с вам свой отзыв. Продукт этого каталога
ночное восстанавливающее масло эликсир. Когда я проснулась, волосы были нереально крутецкими. Я уже давно не испытывала такого состояния волос. Это просто кайф. И мои кончики я собиралась буквально через некоторое время постричь, потому что уже надоели слишком длинные волосы, и все равно как бы лето, посеченные. И я так утром, опа, а посеченные волосы-то они есть, но они настолько мягкие и живые. Бомбический продукт. Бомбический, наверное, это будет продукт, которым я буду пользоваться каждый день, на ночь. Ну, просто шикарен. Всем рекомендую, номер один, покупка этого каталога. Завершаю видео очередными подарками от компании. Во-первых, это тостер, который у нас сейчас стоит на кухне, и мы вчера съели булку хлеба с ним. У нас был тостер, лет 10 мы не пользовались, потому что как бы мы отошли от хлеба, но сейчас... пока мы им не наигрались, это просто чудо. И также по рекрутинговой компании пришли сумочки, они еще новенькие, я их не распаковываю, я даже не знаю, что с ними делать. Либо мне оставить немножко погулять, а потом, как всегда, я передариваю это маме. Вот. А мама, она с ними гуляет и потом передаривает своим подругам. Ну вот у нас такой круговорот сумочек. Вот такая сумочка с подстежечкой. Здесь вот отдельная сумка, перфорированная кожа или эко-кожа. Сейчас это тренд. Все это в одной гамме. И сейчас будет гулять. Вот они мне нравятся, но я знаю, что столько много подарков передарили, что сейчас будет гулять полгорода. И вот это единственное, что меня останавливает от того, чтобы оставить эти сумки себе. Ну, если быть честной. Благодарю за то, что вы досмотрели мой видеообзор до конца. Очень прошу, напишите комментарий, расскажите о тех продуктах, которые идут со скидкой в этом каталоге, и вы очень сильно любите, тем самым мы поможем всем вам, нашим новым новичкам, чтобы они определяли заказами и знали, какие продукты мы действительно любим. Успехов вам! Пока-пока!